Всем привет! Кто меня еще не знает, меня зовут Алена. И я предлагаю сегодня такое упражнение – работать с дневником в течение 5 минут. Итак, что делаем? Ставим таймер, засекаем 5 минут и пишем на бумаге все, что приходит нам в голову, не переставая. Это упражнение именно на скорость. Для чего оно делается? В нашей голове постоянно крутятся мысли. И голова иногда так забивается, что новые мысли просто не приходят. Но иногда нужно думать о чем-то важном и решать какие-то проблемы, которые важно решить правильно. Поэтому с помощью этого упражнения мы освобождаем нашу голову для очень хороших решений, для решения тех проблем, которые вам необходимо решить. Решения придут. Итак, еще разок. Ставим таймер 5 минут, пишем все, что придет в голову. На скорость. Как можно больше мыслей мы выкидываем из головы на бумагу. Когда я делала это упражнение, если честно, 5 минут мне оказалось мало. Вот так вот.